Филиас Фок. Фок? Искатель приключений? Ну, можно и так сказать. А это должно быть... Мои спутники, Эбигейл Фикс, журналист. Я здесь для того, чтобы освещать ваши путешествия для Daily Telegraph. Что? Нет. О, нет. Я паспорту. Кто-то пытается убить вас. Нет. Я обогну земной шар за 80 дней. Некоторые просто рождены для приключений, а некоторые, откровенно говоря, не совсем. Для нас безопаснее оставаться мертвыми. Вокруг света, друг мой, за 80 дней. Теперь нас ничто не остановит. Ай, глаз! Муха в глаз попала мой. Ай! Вы думаете, что сможете объехать весь мир всего за 80 дней? Безусловно, мадам. Или сгинуть в попытке. Филиас Фок, собственной персоной. Паспорт. Да, и пусть приключения начнутся. Почему нельзя было поехать поездом, как все нормальные люди?